Министры Красноярского края, Хакасии и Тувы обсудили подготовку к Красноярскому экономическому форуму. Руководители Министерств экономического развития трех субъектов Федерации обсудили проект создания микрорегиона «Енисейская Сибирь» и его презентацию на Красноярском экономическом форуме. Об этом сообщила «Российская газета». Реализация проекта предусматривает межрегиональную кооперацию Хакасии, Тувы и Красноярского края в целях социально-экономического развития. Министр экономики Тувы Елена Каратаева рассказала, что будет создана межрегиональная рабочая группа с целью выработки единых предложений в правительство России по содержанию, механизмам реализации, системе управления проектом «Енисейская Сибирь», а также по выработке возможных форм и мер государственной поддержки и созданию особого режима для участников проекта. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей ровно, евро 70 рублей 57 копеек.